сейчас наша рубрика «Дневники красавицы». Весна – это время преображаться, и только на нашем телеканале вы увидите все процедуры, о которых давно хотели, но боялись спросить. Если вы не решались попробовать ботокс или не уверены в действии гиалуроновой кислоты, то смотрите нашу рубрику. Мы все попробуем на себе. И вместе с нами вы побываете на консультациях у лучших специалистов и даже заглянете за дверь процедурного кабинета. Сегодня в выпуске «Нити Аптос». Мгновенный лифтинг делается всего за 15 минут, а действует почти 5 лет. Весна – это самое время преображаться. Смотрим. Рассказывайте, что вы хотели сделать? На самом деле, у меня нет особых проблем, как мне кажется, но я знаю, что после 25 лет кожа, естественно, увядает, поэтому сегодня вместо нашей ведущей буду тестировать процедуру эту на себе я. Смотрите, в компании Aptos, в нитевом лифтинге вообще, который существует, есть два основных момента. Это лифтинговые процедуры и армирующие процедуры. Поэтому, если мы говорим о профилактике, то, а в вашем случае это именно профилактика, эти нити, они, еще раз повторю, предотвращают толст гравитационный, причем на долгое время, эффект сохраняется от 2 до 5 лет. Первый момент. И плюс еще помогают вот этим вот уходовым ежедневным процедурам поддерживать кожу в хорошем состоянии. В зависимости от степени птоза, в зависимости от размеров лица, от конституционных особенностей, мы делаем либо 3, либо 4, либо 5, либо 6 нитей на каждую сторону. В данном случае нам достаточно по 3 нити на каждую сторону. Сегодня я не лежу на процедурном столе, да, на кушетке. Делает наша несравненная Евгения Машко, поэтому сразу же вопрос. Жень, тебе страшно? Пока мне не страшно, я вся в предвкушении результата, поэтому если бы мне было страшно, я бы, наверное, не легла на этот стол. Хорошо. Я могу довериться такому мегапрофессионалу, как Денис Глытин, поэтому не боюсь. Мы вчера через руки Дениса прошли, мне кажется, более 10, наверное, жизни. 17 пациентов. 17 пациентов, да, совершенно разных возрастов. И все выходящие девушки вот из этого кабинета, все были безумно счастливы. Поэтому перетаем очередь. Мы через маленький прокол вводим канюлю, которая в себе, внутри, содержит уже вот эту вот ниточку. Потом вот таким образом мы убираем канюлю, и внутри у нас остается ниточка. Нитевой лифтинг очень хорошо сочетается с любыми другими методиками. Мы можем его сочетать с ботулотоксином, предварительно расслаблять мышцы для более сильного эффекта, особенно если у нас есть сильные возрастные изменения. Я правильно понимаю, что за счет введения инородного тела в организм образуется активно увеличивается, да, количество коллагена? И потом, когда нить рассасывается, коллаген никуда не уходит, за счет этого... Да, конечно. ...жее, моложе. Какие показания после лифтинга, чего делать нельзя? Вот в вашем случае мы не делали сильного лифтинга. У нас профилактическая процедура. Процедура направлена именно на профилактику, на удержание того, что у нас есть, на сохранение того, что у нас есть. Поэтому у нас нет сильного лифтингового эффекта, у нас больше эффект профилактический, армирующий. Поэтому мы не боимся что-либо сорвать. Вы можете ходить в зал, вы можете заниматься спортом, в бассейн можно ходить, поэтому тут ничего страшного нет. Я только что встала, даже еще не встала с этого стола, которого можно назвать операционным, можно назвать косметическим. Чувствую себя замечательно, думала, что все будет значительно серьезнее. Чуть-чуть были легкие такие болевые ощущения, когда ты вкалываешь анестезию, но однозначно не болезненнее, чем ты испытываешь кресло стоматолога. Хочу сказать, Денис, огромное спасибо вам. Мне было абсолютно страшно. И вот видите, никаких синяков, гематом, уколов. Я еще здесь, это не фотомонтаж, поверьте. Вот у меня остался один кольчик. В детстве, если вы делали уколы, то это примерно то же самое. Ну, мастер-класс, конечно, прошел замечательно, доктора очень грамотные, хорошие специалисты, хорошо воспринимают материал. Ну и, конечно, уфимские женщины тоже смелые, красивые, и я надеюсь, что эта красота и эта весна будет в сердцах долгие годы. Наша постоянная рубрика «Пора за парой». В этом выпуске вы познакомитесь с новым женихом. Женихом этой недели, его зовут Алексей Исаев.
студент увлекается футболом, поэтому сможет любому обидчику своей девушки в любой момент выписать желтую карточку. И моя соведущая Лера узнала, как найти путь к сердцу именно этого мужчины. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Исаев Алексей. Леш, расскажи, пожалуйста, о себе. Здравствуйте. Я учусь в Уфимском государственном университете экономики и сервиса, занимаюсь футболом, посещаю тренажерный зал. Почему желание женщины – закон, а мужчины – статья? Желание женщины – закон. Статьи за чувства нет в нем. Желание мужчин – статья, поскольку женщина – судья. Можно ли перегнуть палку в любви? Любовь – это костер. Если не кинуть палку, то он потухнет. А если забросать ее, то будет пожар. Рыжая или шатенка? Шатенка. Что для вас любовь? Любовь – это духовная близость. Джаз или рок? Джаз. А как ты думаешь, душа или тело? Душа, конечно, душа. Ну да, тело же – это всего лишь оболочка. Итак, сегодня у нас в гостях был Исаев Алексей. Можете его найти в соцсетях ВКонтакте. Пишите жениху этой недели Алексею. Вы сейчас видите адрес его странички в социальной сети ВКонтакте. Присылайте свои фотографии, и, может быть, его второй половинкой станете именно вы. А 13 апреля клуб «Рай» представляет невероятную эпическую силу. 100% офф и «Юкса ля Троа Амнезия». Шоу на грани этического фола, яркая сексуальная хореография, доселе невиданное MC-перформер and speaker-шоу, легенды мировых клубных трендов. Только в Уфе, только в раю. На сегодня это были все новости. С вами была Алиса. Увидимся. Пока. Стиль ведущий, дизайнер Владлен Ткаченко. Недавно в Уфе открылся аптечный центр «Фармленд», расположенный по улице Айская, 72. Теперь жители Уфы и гости столицы могут приобретать лекарственные средства при наличии дисконтной карты «Фармленд» с 20% скидкой. Удобно и то, что аптека работает 24 часа в сутки, что особенно ценно в наше время. Повышение качества работы сотрудников является одним из главных направлений работы руководства компании. Как следствие, уважительное, вежливое общение – еще одна визитная карточка сотрудников «Фармленд». «Фармленд» постоянно проводит акции для повышения лояльности своих покупателей. К примеру, при покупке любых косметологических средств в аптечном центре «Фармленд» на Айской 72 на сумму выше 3000 рублей вы получаете косметологическую процедуру «Эффект праздничного лица» в подарок, а при покупке свыше 500 рублей – кислородный коктейль. Порадовать как прекрасную половину человечества, так и его сильную часть помогут новейшие достижения космецевтики. В центре красоты и здоровья при аптечном центре представлен широкий выбор космецевтической процедуры различных марок и направлений. Популярность аптечной космецевтики среди покупателей с завидной скоростью возрастает. И этот рост обоснован, ведь аптека – это иная степень доверия, гарантия качества, безопасности, возможность индивидуального подбора средств силами косметологов-консультантов «Фармленд». И что особенно приятно – гарантия великолепного конечного результата. Дарите красоту себе и близким. В этом году наш аптечный центр перешел в разряд аптек-дисконтов. Чем же мы отличаемся от других аптек-дискаунтеров, представленных на фармацевтическом рынке города Уфы? Во-первых, мы работаем круглосуточно. Во-вторых, мы отличаемся широтой ассортимента. С 8 часов утра до 10 часов вечера вы с дополнительной скидкой можете приобрести практически любой, даже редко выписываемый лекарственный препарат. 10% скидка предоставляется на все медикаменты, а если у вас имеется клубная карта «Фармленда», скидка увеличивается до 20%. Наши пенсионеры могут открыть социальную клубную карту «Фармленда» при покупке от 200 рублей. Как и в других аптеках «Фармленд», мы принимаем к оплате бонусы, накопленные на ваших бонусных картах. Залог качества – сотрудничество только с проверенными производителями и поставщиками, соблюдение условий хранения и транспортировки лекарственных препаратов. Мы ждем вас в нашем аптечном центре на Айской, 72. Аптечный центр «Фармленд». Прическа и мейкап ведущий Айгуль Хамитова, Айсылу Халисова. Макияж любой сложности. Свадебный, вечерний макияж для фотосессий. Прически, укладки, выезд в любую точку города. 8-917-77-37-492. Генеральный партнер программы «Модные новости» – компания «Аптос». Нитевые методы омоложения. «Аптос». Авторские методы подтяжки лица и тела уникальными нитями с насечками. Гарантированное сохранение мимики, моментальный и продолжительный эффект. Быть красивой – легко. Благодарим за помощь в проведении съемки Boardwalk Empire.